почту. Где почта, Мирослава? Я знаю. Как не знаешь? Вон там. Сейчас туда пойдем, увидишь почту. Нам пришла посылка, кажется, от Эчиндема. Там вещички детские. От Эчиндема посылка. Пойдем получать? Да. Ага. Почта у нас рядышком. Вон, в соседнем доме. Красят. Красят там? Да. Что красят? Я знаю. Ты не знаешь. Посылку мы не получили. Оказывается, надо платить наличными. А у меня только деньги на карточке. Идем снимать в банкомат деньги. Да, Мирось? Да. Да. Попытка номер два. Получить посылку. Да ты такая помощница. Поворачивайся, туда пойдем. Сюда идем? Со мной идем. Может, тебе помочь? Давай помогу. Спой мне песенку, птичка. Я не знаю. Как не знаешь? А про фиксиков? Пою. Не знаю. Я пою. А на 23-е вы что-нибудь учите? Я пою песенку. Давай, спой мне песенку. На 23 февраля вы что-нибудь учите? Нет. Как нет? А на 8 марта что-нибудь учите? А песенку про маму. Очень хорошо. Ну-ка, спой мне песенку про маму. И не знаю. Не выучил еще? Нет. Ладно. Какая чудесная погода здесь. Мы приехали в место, где есть снег. Дети снега не видели. Ты нашла снежок. Ай, как классно, когда снег, да, Дима? Ай, красавец! Слава, это Мира. Да. Смотри, какая красавица. Мира. Какая? Видишь, Мир? Мира. Хочешь ее чуть-чуть погладить? Смотри, давай аккуратно. По сверху вот так гладь, она боится. Прости, не бойся ее тоже. Ты боишься, что ли? Смотри, какой он красивый. Он добрый. Давай. Ты добрый, хороший песик. Ну, хороший такой. Мы к тебе в гости пришли. Бабушка такой. Бойся, мама. Я не боюсь. Ой, ой, ой. Боишься? Ты знаешь, что надо фу говорить?